Всем привет! Вы на канале «Как собрать кубик Рубика сотни разных способов». Новый бандаж, новый способ. Назвал эту схему роутер. Коробка и позади две антенны. Вот так вот куб забандажен. Значит, как его собирать? Нам понадобится вот такой сетап. И тогда появляется возможность сборки через средний слой, но вот к такому виду, что не очень-то и удобно. В принципе, можно запомнить вид: желтая полоска, красная, оранжевая. И когда вы привели уже куб к этому состоянию, потом просто отменить этот сетап, и он будет собран. Но я так собирать не буду, вернее, буду частично так собирать. Мне нужен этот сетап для того, чтобы исправить, поставить на место вот эти два ребра, так как отсюда у нас ничего не работает, никакие кубоидные сетапы и алгоритмы тут эти ребра не поставят. Поэтому вот этот сетап, он нужен для того, чтобы разобраться вот с этими ребрами, а также исправить флип ребер на этой стороне. Дальше я отменяю сетап и перехватываю куб вот так. То есть большой блок поставлю внизу, эти две палки справа. И выхожу на универсальное решение, как бандаже Top Layer on a Stick, но в него мне пришлось внести корректировки, так как в случае неудачно расположенного ребра тут не работает алгоритм глаза, и пришлось найти другое решение для этого момента. Значит, вот перемешанный роутер. Давайте его будем собирать. Сначала нужно разобраться с этими двумя блоками так, чтобы они стали уже нормально по отношению к вот этому большому блоку. Они могут блуждать по всему кубу, и на первом этапе нужно сначала их подправить. Вот так вот. Значит, я поставил вот эти два блока так, как они должны стоять, ну, интуитивно. И теперь применяю сетап. Вот, могу решать вот этот участок, то есть вот эти два ребра поставить на место, но вот здесь у меня не очень удачно стало оранжево-зеленое, поэтому я отменяю сетап. И оранжево-зеленое смещу и назад перейду на сетап. Теперь оно у меня уже здесь как нужно. Подкручиваю оранжево-зеленое к оранжевому центру. Значит, вот поставил вот эти два ребра. Теперь у меня вижу флип красно-белого ребра. Этот флип нужно исправить. Вылетела оранжево-синяя, не страшно, подкручиваем сюда красно-белое и возвращаем оранжево-синее на место. Все, значит, тут я восстановил. Здесь, если отменить сетап, смотрим, что у нас на этой грани. На этой грани у нас есть флип ребер, поэтому вот так вот ставлю желтые, перехожу на сетап и исправляю флип вот этих двух желтых вот таким нехитрым алгоритмом. Вот дальше отменяю сетап, у меня тут все исправлено, перехватываю куб, и углы все тут в этом бандаже на месте.
Значит, перехожу на универсальное решение и вижу, что у меня вот здесь вот неудачно стало ребро. Поэтому перехватываю обратно, опять перехожу на наш сетап, ставлю вот этот блок назад, отменяю сетап, перехватываю и могу опять продолжить финиш. Так, все, тут уже все хорошо. Два ребра здесь, значит, вот этот вот угол сюда. Теперь сюда. И куб собрался. В общем, схема вот такая этого бандажа. Можете попробовать свои силы. У кого нет конструктора, просто связать на собранном кубике блоки скотчем. И разобрать и попробовать собрать. Если понравилось это видео, поставьте лайк, подпишитесь на канал, поделитесь с друзьями. Всем спасибо за внимание.